Хафман обманул. 6-2 ЦСКА впереди. Толкает Хафман Волковицкий. Преимущество численное. У израильтян и трехочковый попадает Талберштейн. Накрывает этот бросок Туркан. Чуть-чуть не успел. И здесь на дуге остается Паркер. Ставит ему заслон. Грамотный заслон. Наты Хафман и с фолом через руки Пашутина забивает форвард сборной Франции. Замена в Маккаби. Мощи раньше просил этот мяч. И сверху. Здорово. Переигрывает неповоротливого Чурчича сейчас в проходе в лицевую Пашутин. Получить уже мяч в нападении. Макдональд сам не пошел, хотя мог. Свободный коридор открывался. Кеннефель. Второй раз со скоком от щита. Отбился Туркан против Хафмана. По позиции сильнее он. Свободно бросает Гиричек, но не получается сегодня. Саша, здорово! Спасает этот момент для ЦСКА. 45-38. Зал в едином порыве приветствует Шелев. И все-таки, посмотрите, за секунду до сирены Паркер успевает сверху забить мяч в корзину ЦСКА. И два подряд прохода Макдональда. Перехватывает эту передачу. И Гиричек убегает, быстрый отрыв. Забивает сверху. Не успевает Дани Марио Макдональд. По скорости уступает. 58-53. Питер не заметил этого. Шарф 2. Зачем? Зачем фалил Туркан? Два очка засчитаны. 60-й успех ЦСКА. Изо всех сил стараются поддержать команду. Восемь секунд. Макдональд. Ой, какой мяч попадает тяжелый. 64-63. Впереди Макаби. Израильтяне помешали друг другу в борьбе за этот мяч. Рикошет мог смешной получиться, если бы залетел сейчас в кольцо. Мячик Гиричек. Еще одна попытка. Наконец-то, наконец-то. Гордон Гиричек целует майку. Первое попадание издали в этой встрече. Хафману, несмотря на 13 набранных очков, сегодня сыграть не дали. И попадает издали Шелев. 72-71. Что придумают? Придумали потерю. И быстрый отрыв. В исполнении Маккаби. 76-75. Вот в такой нервный непредвиденный. Ну пусть так, пусть так. По зернышку продвигаться к победе. Туркан.
есть попадание. Макаби потребуется как минимум трехочковый для того, чтобы перевести игру в овертайм. Еще один бросок. И железные нервы. Еще один подбор. Звучит финальная сирена. ЦСКА побеждает Макаби 81-77. И еще на один шаг приближается к финалу четырех. К сожалению, я вынужден